Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жанно Самаюктам Биндаванам Манохар Ванча Калпатару Васчаки Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавайшна Вибхьо Наму Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Лам Хайтагирим Ятки Патам Ханганди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешва Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттой Наму Нама Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттам Девин Сварасватин Весам Тато Жайо Мадире Шанкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Баруньо Дейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Титхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатавал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Джат Пада Паллава Накачандамани Чатая Биспури Джита Кемепикабхаваду Свадарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Мурти Сарадхикамай Када Кипам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунита Ананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужоу канука бодато Шанкиртаной капитаро камала йотачо Бишам бару дижа бару жуга дхарма палоу Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужоу канука бодато Шанкиртаной капитаро камала йотачо Вишам бару дижа бару жуга дхарма палоу Банде жагат приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дипарупам Бхуктин Чамуктин Чатада Синитам Бхаван Рупе Нусада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманаṅga Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхажавишанатам Вагиша Джушва Бадане Лакшмир Джасвача Бхакшаши
Jasyaste hidaya sambhid Tvam nishingam aham bhaji Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vaigunna kito kalito, paishunna brono pirito, Дайнар навенимагна хамси чайтанна вайдамасрая. Байгунна кита калито, пайшанна брауна пирито, дайнар навенимагна хамси чайтанна вайдамасрая. Горья Гоштипати, Гаудья Гоштипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что если я не чувствую себя беспомощным, я не буду просить о помощи. Я не обращусь за помощью кому бы то ни было. Без этого ощущения человек не станет принимать прибежище у кого-либо. Если у вас, вам не хватает денег, вы можете принять прибежище у какого-то богатого человека. Если вы хотите изучить английский или какой-то другой предмет, вы обращаетесь к учителю, то есть другими словами принимаете у него прибежище. До тех пор, пока вы не осознаете, что вы находитесь посреди океана страданий, вы не начнете, вы не примете прибежище у духовного учителя. Тем не менее, принятие прибежища содержит в себе и глубинное значение. Любой может сказать, я принял карми гуру, йоги гуру. То есть каждый наверняка может сказать, что в его жизни есть гуру. Но Прабхупад объясняет, что хотя карми гуру, гьяни гуру действуют как гуру, тем не менее они не могут освободить обусловленную душу. Они не могут освободить даже самих себя. Так какой же смысл полагаться на них? Если же кто-то утверждает, что он принял прибежище у садгуру, садгуру как минимум должен принять прибежище у Вишну-таттвы. В шастрах говорится, что лишь Вишну может даровать мукти, Вишну и его аватары. В соответствии с видением гаудиев, мукти — это утвердиться в своей сварупе, осознать свою сварупу. Муктир-хитва-аннатха-рупам, сварупена-вевастити-ити-мукти.
Сарупа Дживы, вечный спутник, вечный слуга Кришны. После того, как она живо осознает это, она обретает подлинное освобождение. Таким образом, Шримад Бхагаватам свидетельствует, что подлинное освобождение — это бхакти. Но другие сампрадаи имеют другие представления об этом. Как правило, в обычном понимании они подразумевают под этим словом освобождение от майи. Но что происходит после того, как джива обретает освобождение? Прабхупада объясняет. Хорошо, вы освободились от влияния майи. Но что потом? Если ваше понимание вещей неправильное, вы вновь пойдете в материальный мир, вновь попадете под влияние майи. Итак, необходимо четко понимать, что вы будете делать после того, как обретете освобождение от майи. Иначе вы станете майявади или вновь пойдете в материальный мир. Точнее, попадете под влияние майи. Шанкар Бхагаван говорит: Дурлава Гурур Деви, Шишо Сантапахара. Парвати to Парвати Ма, our father, Шанкар Бхагаван speaking, Hey Devi. Он говорит это Парвати. О Деви, существует бесчисленное количество гуру. Но все они хотят получить деньги, почет от своих учеников. Они просто хотят обобрать своих последователей. Подобных гуру бесчисленное количество. Но тот, кто может по-настоящему помочь ученику избавиться от тех страданий, которые он претерпевает, выйти из-под влияния майи и, более того, утвердиться в бхаджане, такой гуру по-настоящему милостив. Как говорит Прабхупад, высшее проявление милости — это помочь дживе совершать харибаджан. Итак, каждый может заявить «Я гуру». И недавно мы опубликовали статью. О том, что далеко не каждый является садгуру. Подлинный, вечный гуру крайне редок. Прабхупад объясняет, что если мы не осознаем свои обязанности, после того, как мы освободимся от майи, мы либо станем майявади, либо пойдем. Хотя в действительности это одно и то же. Майявади изначально падшие, но они считают, что они возвышены, что они обретают Брахму. So,
Майяваде не присуще смирение. Они считают себя Брамой. Они хотят занять высшее положение во Вселенной, стать Брамой. Но Кришнадас Кавирадж Госвами, Вриндаван Дас Такур Махашая и все представители нашей Гуру Варги проявляют несравненное смирение. А без смирения невозможно совершать Кришна-бхаджан. Наш Кришнадас Кавирадж Госвами, который в действительности является Кастури Манджари, Сакхи Радхарани и вечным спутником Гауранги Махапрабху, проявляет несравненное смирение. Меня пожирают черви, говорит он. Другими словами, мои пороки сожрали мое сердце. Как книжные черви могут за пару лет полностью съесть книгу. Бессмысленно ожидать проявления благих качеств у животного. Да, собака обладает преданностью, она защищает своего хозяина, но мы говорим о другом. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что во мне полно животных качеств. Я как животное, и сейчас я осознаю, что я абсолютно беспомощен. Никто не может мне помочь. И теперь я оказался в океане смирения. То есть мои страдания, моя ситуация сделала меня смиренным. Пример этому я хочу рассказать о Триданди Бикшу. Триданди Бикшу был очень гордым, прежде чем, когда он был домохозяином. У него была семья, были деньги, была хорошая работа, но в конце концов его же родственники выставили его. Прогнали его из дома из-за того, что он больше не мог зарабатывать деньги. И тогда он осознал свою беспомощность. Он понял, что нет другого спасения, кроме лотосных стоп Бхагавана.
Но всего несколько, еще несколько дней назад он думал, что я главнейший человек в обществе. У меня замечательная работа. Все почитают меня. Я сам видел, как богатые люди из-за войны становились нищими. Вначале были очень богатые, а потом просили хлеб на улице, на пропитание. Так вот, когда вы так, когда у вас в жизни все в порядке, вы не можете почувствовать, ощутить это состояние, это смирение, и тогда Бхагаван погружает вас. Такие обстоятельства, когда вам придется почувствовать свою беспомощность. Есть и обратный случай, когда нищие становились невероятно богатыми. И у них появлялась такая гордость, что они не выражали почтения даже Господу. Они считают себя вайшнавами, но при этом не могут говорить истину. Они не говорят, что было у них раньше. Они не говорят другим, как бедно они жили. Но теперь, получив положение, получив деньги, этот человек начинает воспринимать преданных как своих слуг. Но на самом деле это крипа, это прасад Майя Деви, это не милость вайшнавов. И Нараджи Махарадж Шримад Бхагаватам проясняет этот момент. В истории двух сыновей Кувера. Кувера — бог всех богатств. И он поклоняется Шанкару. Кувер и его спутники, Якши, постоянно поклоняются Шанкар Бхагавану. И Шанкар Бхагаван защищает их. Они живут в Гималаях, но мы не можем их видеть. Если даже они предстанут перед вами, то есть если они предстанут перед вами, даже тогда вы, если вы столкнетесь с ними, вы их не сможете увидеть, потому что у них есть такие ситхи. Итак, Нараджи Махарадж увидел, как Навла и Кувера, два сына Куверы, Манигрив и... То есть, когда Нараджи проходил мимо пруда, он увидел, как двое этих сыновей Куверы забавлялись в озере с девушками. Они увидели Нараду, но при этом не устыдились. Они не вышли из воды, не оделись, не предложили почтение. Тем не менее, Нараджи Махарадж не ожидал никакого почтения ни от кого. Тем не менее, он наказал их, потому что он понимал, что будет с ними из-за богатств, то есть они... Шанкарачарья говорит, что не стремитесь разбогатеть.
все представители нашей Гуруварги учат нас этому Бхактивинод Такур, но никто не обращает внимания. Итак, деньги ослепили сыновей Кувера. Богатство ослепили их. Это слова Шанкарачарьи. В Бхагаватам, когда Бхагаван ругает Индру, приводятся эти слова. Итак, Нараджа Махарадж говорит, эти юноши родились в богатой семье полубогов. И богатство ослепили их. И те, кто не обладают честностью, ослеплены своими богатствами. То есть красота, богатство, здоровье ослепляет и делает гордыми людей. Артха, анартха. Артха — это богатство. Приводит к анартхам, то есть приводит к тьме в жизни. Ослепляет так, что мы больше не можем видеть. Запомните, деньги ослепляют. По милости Гуру и Вайшнавов я провел много лет во Вриндаване. И, как известно, Лакшми Деви — богиня богатств. Но между Куверой и Лакшми существует разница. Лакшми возглавляет чистое богатство, но Кувера — оскверненное богатство. Оба они являются отвечают за богатство, но разница заключается в этом. Мне задали вопрос, почему Лакшми Деви, которая настолько богата, почему она ездит на сове? Она же могла бы ездить на слоне. Или даже на какой-нибудь колеснице. В этом заключается глубокий смысл. Поскольку когда Лакшми Деви дает милость, я видел, как бедняки становились богачами. Так вот, когда Лакшми Деви проливает свою милость, делая из человека богатого человека, он становится слепым, подобно сове.
как днем сова не может видеть, когда светло и видят все. Но ночью, когда повсюду тьма, сова видит все. Так вот, когда Лакшми Деви приносит вам деньги, когда гуру и вайшнавы дают вам деньги, они обманывают вас. Из этого вы станете слепыми, как сова, вы будете обманывать гуру и вайшнавов, но вы не представляете, что вас ждет за это, с какими последствиями вам придется столкнуться. Все это сожжет вас, как... То есть сожжет вас. Но если даже вы постараетесь стать смиренным, сами вы не сможете сделать этого. Но в тот день, когда вы обретете милость гуру и вайшнавов, смирение проявится автоматически. Когда вы, то есть посмотрите на, только представьте, насколько возвышены были Рупа и Санатана. Тем не менее, они были, то есть они занимали высокое положение в обществе. Тем не менее, они всегда были смиренны. Почему? Потому что получили милость Махапрабху. Если в сердце нет смирения, человек никогда не сможет говорить истину. Итак, Нараджи Махарадж проклял сыновей Кувера. Для того, чтобы изменить их. Он подумал, они не почувствовали никакого стыда при виде меня. Богатство ослепили их. Высокое рождение, их красота ослепили их. Поэтому я должен наказать их. Но в действительности, когда гуру и вайшнавы наказывают, это своего рода благословение. Говорится, что для лживых людей, для тех, кто нечестны, для тех, кто высокомерны. Шримад Андо. Три эти... Это Шри — это богатство, Мат — это ложное эго, опьянение, Андха — это слепота. Так вот, Нараджи Махарадж говорит, что для тех, кто является таким гордым, лекарством будет бедность. В детстве, когда мать наносит своему ребенку каджал, который улучшает зрение. И нечто подобное делает Нараджи Махарадж. Посмотрите, как он замечательно, как замечательно его действие. Он говорит, что им необходимо лекарство, и тогда они поймут, осознают свои ошибки и начнут почитать гуру и вайшнавов. В противном случае их ждут ужасные результаты их действий.
Итак, смирение в Гауранга Бхаджане является ключевым фактором. Без смирения невозможно совершать Хари Бхаджан. Махапрабху много раз говорил, когда он видел проявление ложного эго в ком-то, он начинал их ругать, хотел наказать их за это. Итак, мы говорили о том, как принять прибежище Адигуру, изначальной гуру Таттвы Нитьянанды Прабху. Как говорит Вриндаван Дас Такур Махашая, те, кто приняли Нитьянанду Прабху и прославляют, прославляют его, им будет помогать сам Шри Кришна Чайтанья, он будет поддерживать их. И такая личность не падет. Он окажет поддержку, при помощи которой мы сможем осознать раса-таттву. Шри Кришна Чайтанья прежде всего хотел распространить Радабхаву. И он говорит, что если вы будете прославлять Нитьянанду, тогда Радха и Кришна помогут вам осознать раса-таттву. Те, кто прославляет Нитьянанда, Нитьянанду Баларама, ими становится очень доволен Шанкар, Бхагаван и Парвати. Говорится, то есть те, кто получили саньясу, должны повторять эту мантру. Те, в чьих сердцах находятся лотосные стопы Нитьянанды. Я являюсь слугой слуги такого преданного, того, в чьем сердце находятся лотосные стопы Нитьянанды. На языке преданного, который прославляет Нитьянанду, всегда пребывает Сарасвати, чистая Сарасвати, Шудха Сарасвати. Как мы уже говорили, Нрисинга Дев. Я прославляю Нрисинга Дева, на устах которого пребывает
Лакшми. Лакшми Деви, богиня знания. Кто такая Шудха Сарасвати? Это сама Вишну Прия Деви. Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж дает указание на это. Вместе с Парвати, Шанкар Бхагаван, а Парвати вместе со своими спутницами постоянно поклоняется Санкаршанам. Уже давно я говорил о пятой песне Шримад Бхагаватам, Санкаршане. И в этих лекциях вы сможете найти информацию об этом. В этой харикатхе. Шанкар Бхагаван постоянно поклоняется Санкаршану. Этому есть много свидетельств. В Бхагаватам, пятой песне, прославление Санкаршан Бхагавана можно найти в Шримад Бхагаватам, оно встречается повсеместно. В этой штуке говорится. Мумукшу. В этой штуке говорится о мумукшу. Майявади следующим образом объясняет, кто это такие. Это те, кто в соответствии с Гауди Сиддхантой. Мумукшу — это те, кто хотят осознать свою сварупу. Хотят осознать, то есть не привнести откуда-то. То есть она уже сокрыта в нас, и все, что нам необходимо, просто осознать ее. Так вот, те, кто стремятся к этому, называются мумукшу. Все обусловленные души имеют тугие узлы на сердце.
Харидоя Гандхи. От них необходимо избавиться. И осознать свою сварупу, поклоняясь Санкаршану. Благодаря поклонению ему можно выйти из-под влияния трех гун материальной природы. Этому приводится множество свидетельств в Шримад Бхагаватам. В пятой песне говорится то же самое, что пишет Вриндаван Дас Такур. Шанкар вместе с Парвати, а Парвати со своими подругами, со своими спутницами поклоняются Санкаршан Бхагавану. Бхавани Нат. Что означает Бхавани? Жена Бхава. Парвати с бесчисленными девушками. Поклоняется Санкаршан Бхагавану. Прабхупад проясняет, что Вриндаван — это центральная часть Голока-дхамы. Баладауджи Махарадж — изначальный мул Санкаршан. Прибывает во Вриндаванадхаме. А за пределами Вриндавана находится Анирудха Санкаршан. То есть с Санкаршан, о котором про Санкаршан, Прадьюмна и Анирудха. Но затем в следующей так вот, от этого Санкаршаны происходит Карандакашая Вишну. Затем Гарбадакашая Махавишну. А из пупка
Гарбхадакашая Махавишну исходит лотос, на котором восседает Брахма. Бесчисленные дживы происходят от Санкаршана. И Прабхупад объясняет это здесь, в комментариях, прославляя Нитьянанду Прабху. Итак, тут Прабхупад в своих комментариях цитирует Шримад Бхагаватам. Приводит множество шлок из Шримад Бхагаватам. Вриндаван Дас Такур продолжает. В пятой песне Шримад Бхагаватам описан Санкаршан Баларам. Описано то, как создается мир, и то, какое в этом он принимает участие. Прославляется Санкаршан Бхагаван. Вайшнавы постоянно прославляют Балараму. Санкаршан Баларама. Некоторые утверждают, что Санкаршан Бхагаван, что Баладжи Махарадж никогда не совершал расу, но Вриндаван Дас Такур опровергает это мнение. Баларам превосходен в Расалиле, пишет он. Щедрость, которую проявлял Санкаршан Бхагаван во время Расалилы, несравненна. Об этом написано даже в Бхагаватам. Там приводится свидетельство тому, что сейчас, вот в то время, которое, вот в это время, на протяжении двух месяцев, Санкаршан Бхагаван приходит с Двараки к Браджаваси, утешая их, они страдают, ужасно страдают от разлуки с Кришной. И именно сейчас, вот в эти месяцы, Баладжи Махарадж приходит во Врадж. И остается там на протяжении двух месяцев. Он утешает Браджаваси и распространяет милость Кришны. А между тем, по ночам, как сказано в Шримад Бхагаватам, он совершает Расалилу со своей группой гопи. Вишванатха Чакравати Пад объясняет. Что в Шримад Бхагаватам Махапуране приводятся все свидетельства, все доказательства этому. Но место, где проходит Расалила,
отдельно, находится отдельно от того места, где проводит ее Кришна. И я был там, я посещал это место. Я посещал много мест во Врадже. Это, то есть место, где проходит раса Лила, Балададжа Махараджа, называется Обей Гаон, на берегу Ямуны. И я даже совершил поклонение божеству. Пуджари позволил мне сделать это. Попросил, пригласил меня сделать это. Дал мне цветы, чандан, и все это я предложил божеству. Я так удачлив, я никогда этого не забуду, я так счастлив, что это произошло. Я никогда не забываю лицо Балададжи Махараджа в храме Вриндавана. Сейчас они изменили. Лицо божества тем, что пригласили художника. Но наша Гуруварга говорит, что это чистые преданные должны делать, не обычные художники. Сейчас, то есть, перекрасили, и лицо полностью изменилось. У меня есть изображение первоначального божества. Я поклонялся ему, и всегда помню о нем. Настолько сладостное его лицо. Итак, Балададжи Махарадж совершает раса Лилу в Обей Гаоне на берегу Ямуны. Однажды Балададжи Махарадж пришел во сне к одному браману Браджаваси и сказал: «Я нахожусь под водами Ямуны», и указал на точное место. «Достань меня оттуда». И благодаря этому у нас появилось божество Балададжи Махараджа. Его нашли и начали поклонение ему. Балададжи Махарадж приглашал Калинди, а Калинди не приходила. Он разозлился и притянул ее плугом. И тогда Калинди предложила поклоны Балададжи Махараджа. Это как раз происходит в том месте, то есть там протекала Ямуна. Итак, Балададжи Махарадж проводит, совершает танец раса, но, конечно же, он делает это не с гопи Кришны, а со своей собственной группой гопи. Так вот, некоторые заявляют, что Баларам не совершает танец раса, но Вриндаван Дас Такур опровергает эту идею. Раса Лила Балададжи Махараджа совершенна. Кришна совершает раса лила на Говардхане, на берегу Ямуны около Гопешвары, в разных местах. Но Балададжи Махарадж проводит свою раса лилу абсолютно в другом месте. Bhindavan Das Chakra was going to court from Bhagavatam. 2 months, 2 months,
Итак, эту шлоку Вриндаван Дас Такур приводит в читание Бхагавате из Шримад Бхагаватам. Сейчас весна, и вот в эти два месяца происходит танец Раса Баладжи Махараджа. Месяц Маду Мадов. Два месяца. Баладжи Махарадж всегда носит с собой плуг, потому что при помощи него он хочет изменить наше сердце. Наше сердце, сердце грязно. И что делает он? Прежде всего, он культивирует почву. Он вырывает сорняки, а затем начинает поливать ее. Он садит семечко. Из которого произрастает лиана бхакти. У Баладжи Махараджа два инструмента. Плуг и то есть при помощи плуга он возделывает почву. Как Гурупад Падма, Баладжи Махарадж изменяет наше сердце. И его обязанности культивировать землю, подготовить землю к посадке лианы бхакти. Баладжи Махарадж очень простосердечен, очень прост. Он готов помогать всем, кому угодно, даже Дурьотхане. Тем не менее, когда его наставления не слушаются, он прибегает к наказанию. Он использует мушал для того, чтобы наказывать. Во время битвы дочь Дурьотханы Лакшана, дочь Дурьотханы была похищена Шамбу. Шамбу похитил ее, и началась битва. Баладжи Махарадж хотел мирным образом решить ситуацию, но ничего не получалось. Кришна хотел сам пойти, но Баладжи Махарадж пошел вместо Кришны.
Он пришел к Дурьотхане. Дурьотхана с почтением встретил его, потому что тот был его гуру, Баладжи Махарадж гуру Дурьотханы. Но когда он сказал, приказал Дурьотхане освободить Шамбал, тот отказался, он ослушался своего духовного учителя. И тогда Баладжи Махарадж при помощи плуга разрушил весь Хастинапур и выбросил в Гангу. Хастинапур начал сотрясаться, и все пришли принять прибежище Баладжи Баларама. То есть Баладжи Махарадж очень милостив. Он хочет помочь падшим. Повсюду, в шастрах, в Пуранах, Бхагават Махапурана также является Пураной, содержится повествование о славе Баладжи Махараджа. Шукадев рассказывал Бхагаватам Парикшит Махараджу. О Расалиле Баладжи Махараджа. А Вриндаван Дас Такур Махашая цитирует из этой цитирует из Бхагаватам шлоки. Шлоки о Расалиле Баладжи Махараджа. Здесь говорится, на протяжении двух месяцев в Раджадхаме находится Баладжи Махарадж. Рамаха Капашу Бхагаван Гопинам Приту Мавахан. To give them satisfaction, Баладжи Махарадж was there, you know, is to stay there. And Пурна Чандо Калам is stay, Коймуди Ганда Вайуна, Пурна Чандо Калам is stay, Коймуди Ганда Вайуна. Yamuno Pavane Reme Shevithe Sri Ganair Vrita. What written? Purna Chanda Kalam Rishthe Kaumudi Gandavayuna Yamuno Pavane Reme Shevithe Sri Ganair Vrita. Purna Chanda Kalam Rishthe Purnima Пурна Чандра Каламиште Каумуди Ганда Вайуна. Каумуди means one kind of full. Кумуд. Night time. Like lotus flower in a day time. When sun is there, that's open. But Кумуд just opposite. When moon, when you rise in the sky, a very nice smell, fragment all around. Very nice smell. Полнолуние разносится прекрасный аромат лотосов. Комуди Ганда Вайуна, all very nice, you know, Jamuna. Ямуна прекрасна. Touching the water of Jamuna, cold water, and going to give us feeling of air blow. Свежий ветерок. Like in the sea beach you are getting, in the sea beach you can get this kind of air. Такой ветерок бывает на море, на океане.
он разносит влажность воды и освежает. Тут сказано, что это происходит на берегу Ямуны в лесу под названием Бихалван. Севита означает, что севите, гопика севите, то есть там гопи служат Санскрит очень сложен. Существует очень много склонений. Слово изменяется, преобразуется. И полностью меняется смысл. Итак, окруженный гопи Баладауджи Махарадж принимает их служение. Если вы достаточно разумны, у вас возникнет следующий вопрос. Капашу. Это слово используется, приведено в этой шлоке, и оно дает указание на то, что это происходит не одну ночь, а на протяжении какого-то времени. Каждую ночь. Но это странное утверждение, ведь Пурнима не может быть каждую ночь. А тут говорится, что Пурнима каждую ночь. Сколько за два месяца, посчитайте, будет полная луна? То есть это несоответствие, но вы настолько глупы, что у вас даже не возникает подобного вопроса. И наши комментаторы пишут, что по милости Баладауджи Махараджа луна служила расе Баладауджи, танцу раса Баладауджи Махараджа. Это устроила йога майя. Луна хотела послужить Баладауджи, его раса лили, поэтому она была полной. Она не уменьшалась. Но не должно у вас возникать никаких сомнений. Бхагаватам повествует истину. На день явления Рамачандры я постараюсь рассказать о Рамачандре. Так вот, когда он принял омовение,
простите, когда он принял рождение, луна и солнце светили одновременно. Солнце уже восходило и прогоняло луну, но луна отказывалась уходить. Она плакала, хотела послужить. Солнце говорило, сейчас уже моя очередь, уходи, я буду служить лотосным стопам Рамачандры. Луна говорила, делай, что хочешь, я никуда не пойду. И тогда Бхагаван Рамачандра благословил их. Пусть сейчас восходит солнце, но тебе, луна, я исполню твое желание в один день. И Гауранга Махапрабху пришел в этот мир в полнолуние, когда светила луна в полную свою силу. И кто же победил? То есть солнце получило даршан Рамачандры, а луна получила даршан Гауранги, поэтому луна оказалась более удачливой. Есть бенгальская поговорка, которая говорит следующее, что тот, кто страдает, выигрывает. Выигрывает тот, кто страдает. Мы знаем, что если мы будем терпеть, если мы будем претерпевать трудности, мы достигнем успеха. Время, место и обстоятельства способствуют играм Бхагавана. Когда Бхагаван Шри Кришна совершал раса-лилу, нам казалось, что это происходило всего на протяжении одной ночи, но в действительности это была ночь Брахмы. Это огромный промежуток времени. Но гопи почувствовали, что она закончилась как мгновение, пролетела как одно мгновение. Они были ужасно расстроены из-за этого. Но в Бхагаватам сказано, что всю ночь Брахмы длилась раса-лила. Так почему бы нам тогда не поверить в описание раса-лила Баладауджи Махараджа? Да, это устройство йога-майя. Нужно понимать, что время, место и обстоятельства служат играм Бхагавана. Они вносят свой вклад в лилу. Соответственно, нет повода для сомнений. На этом я должен остановиться. В этой шлоке содержится столько всего. Полубоги с небес пришли, чтобы посмотреть лилу Баладауджи Махараджа и бросают лепестками с особыми цветками, которые растут на райских планетах в Баладауджи Махараджа. Just like sea elephant, Korenu, like mad.
И особая музыка звучит. Абхададжи Махарадж совершает Расалилу. Завтра мы поговорим об этом в деталях. Итак, не забывайте, помните о том, что Расалила Абхададжи Махараджа превосходна. Tomorrow I can discuss about Balaji Maharaj Rasa something. Today also I am doing. So, and there is some demon. They are fighting. Balaji Rasa is not possible. Balaji Maharaj, who told Balaji Rasa is not possible?